Всем привет! Всем привет! Приехали на остров Тумский, сегодня отличная погода, осенняя такая. И как раз этот остров мне не нравится, лично мне. Именно в это время года. Больше всего. Не нравится? Нравится. А нравится. Вот эти фонари, которые сейчас висят надо мной, они зажигаются вручную. То есть приходит человек, я не видел их еще, но мы сюда можем прийти потом в другой день, когда будет темно. Они, я так понимаю, в цилиндре, там с лесенкой. Они зажигают их, как в прошлом веке. Это газовые фонари. А музыкальное сопровождение сегодняшнего видео – наш ребенок. А вообще классная погодка сегодня, да, и последние вот это пару недель очень хорошая, такая осенняя, но приятная погода. Осенняя, но теплая, уже не чувствуешь, да, прям какой-то такой жары, как летом. Но люди еще, очень многие не хотят одеваться и ходят в шортах, ходят в маечках, хотя воздух уже свежий. И вот так переплетается современная архитектура с очень и очень несовременной. Буквально полгода назад на этом месте еще ничего не было. Сейчас здесь вот такой вот красивый новый домик. По всей видимости, обычный жилой квартирный дом. А вот по эту сторону улицы уже вот такой вот дом, который стоит здесь, наверное, не одно столетие. Вот то, о чем я говорил, здесь вход, там, где
как написано, убогим предоставляется пища, встречи молодежи с людьми бездомными будут в ближайшее время, с 15-18 листопада. Имеется в виду конкретно люди, у которых нет жилья, или люди просто малообеспечены, которые... Ну, или, неважно, те, кто просят помощи. А-а-а, всем нуждающимся? Да. Это очень неплохо. Тут, а ночлег тоже есть? Ночлег? Нет, ну, здесь не написано, это варштаты, это типа, ты можешь прийти сюда и помочь без, ну, каким-то людям, uh-huh, которым uh-huh. нужна помощь. А насчет того, какие тут услуги предоставляются, я не знаю. И вот мы вышли наконец-то к набережной. Влад говорит, что остров Тумский – это самое красивое место во Вроцлаве. А я считаю, что вот эта набережная – вот это самое красивое место во Вроцлаве. Особенно в вечернее время. Очень классно выходить на ту сторону Одры, вот со стороны центра, и смотреть на остров Тумский, который находится по другую сторону Одры. Там невероятно красиво подсвечиваются эти башни на костеле. И все такое красивое и такое несовременное.